Доброго времени суток, дорогие друзья! Подписывайтесь на нашу ВК-группу. Кстати, сейчас трое наших участников путешествуют по Армении с Грузией. Вот, собственно, фотоальбом того путешествия, ссылка на него будет в описании. Но сейчас мы поговорим совершенно о другом. Сейчас будет известный рейтинг. Причем вы когда-нибудь помните, на MTV была такая позорная десятка. Это хит-парад наоборот. Вот сейчас мы его устроим. Данный мы выстроим таким образом, что чем ближе к первому месту, тем хуже аппарат. И тем больше он ужасен в своей эксплуатации. А еще мать. В общем, поехали. Начинаем с 10 места. Так вот. Пока что скромное место в нашем рейтинге занимает задняя подвеска грузовиков МАН. Обратите внимание на ее конструкцию. Вот нижние реактивные тяги, которые крепятся к раме, а вот та самая бабочка, которая тоже крепится к раме, только изнутри сверху. Вот амортизаторы, а вот, обратите внимание, вместо двух привычных пневмобаллонов сзади, здесь четыре пневмобаллона. Ну что бы это могло? Знаете, это же хорошо, она же крепкая. Да, она крепкая. Но в случае ремонта или просто износа подушек, которые по факту являются расходниками, стоимость ремонта такой подвески гораздо выше. К тому же для механиков ремонт такой подвески – это настоящий кошмар. Поэтому, знаете, высокая себестоимость эксплуатации для грузовика – это минус. Поэтому МАН стал самым дорогим в своем классе. При всех своих плюсах МАН имеет только недостаток, что делает его самым дорогим в эксплуатации среди своих конкурентов. Да-да, это не шутка. При том, что всему остальному он от конкурентов-то особо и не отличается. В общем, заслуженное 10 место в нашем топе. Как вы поняли, аналогов нет. Это не комплимент, а скорее даже ругательство. Посмотрите на эту Toyota Hi-Ace. Вроде бы все в порядке, кроме одного. Обратите внимание на передний мост, на диск и шину, которые крепятся на шести гайках. И вот обратите внимание на задний мост. Диск заметно меньше типа размерности, который крепится на пяти гайках. Это настоящий кошмар для владельца. Потому что нужно за собой возить как минимум две запаски. Кроме того, необходимо их ремонтировать дважды, в случае чего. Знаете, к сожалению, в Японии у такого аппарата аналоги есть. Посмотрите на этот Isuzu. Он так круто прокачан, но обратите внимание, здесь даже самая картина, только вот здесь наоборот почему-то 5 гаек, а вот там 6. И диски абсолютно разные типа размерности. Да, это жуткий, аналогов нет по-японски. Он уникален, и это очень плохо. Особенно для повседневной эксплуатации. Заслуженное 9 место. Ну что ж, Subaru действительно одна из самых романтичных машин Японии. Но знаете, вот прагматичности только не всегда хватает. О! Вот, кстати, это... Посмотрите на эту красоту. Да, романтик, как я сказал, романтики много, но прагматики гораздо меньше. И сейчас объясню, в чем дело. И вот смотрите, вот ее легендарный оппозитный мотор в разрезе. Обратите внимание, он имеет 2 ГРМ на 2 цилиндра с каждой стороны. Конечно, оппозитные моторы, они эффективны. Они кое в чем очень удобны, особенно если они турбированные. Но вот с ремонтом самая настоящая лажа. И вот, пожалуйста, смотрите, вот этот мотор уже в сборе. Довольно сложно его разбирать. Но что еще хуже? К нему подобраться, когда он находится в капоте. Сейчас вам покажу. Вот как здесь поменять свечку, не залезая под низ. Лично я вообще не понимаю. Но еще прикольнее. Знаете, вы будете...
Ржать вы будете в голос или нет? Но дело в том, что в инструкции по ремонту Subaru для начала ремонта мотора его нужно вынуть из капота, чтобы просто поменять свечку. А весит он, поверьте, не один центнер. И вот видите, его оттуда вытаскивают краном, вытаскивают мотор, чтобы просто сделать профилактическое техобслуживание. Ребятки, ну это просто какой-то откровенный, аналогов нет по-японски. Заслуженное. Восьмое место. Вот посмотрите. Вот теперь его уже ремонтируют. Это даже не ремонт, это профилактическое техобслуживание. Однозначно плохой эту машину я назвать не могу никак. Это Tesla Cybertruck. Там много чего хорошего. Вот посмотрите, какие тут приколы без ствола. Но, знаете ли, все-таки сейчас мы говорим о недостатках. И это действительно своеобразный, аналогов нет в мире автопрома. Ну как? Принимайте дюфалак. Как покупайте дюфалак. И, друзья, обитая где-то вот здесь, конечно, мне бы очень хотелось побывать вот здесь. Несмотря на довольно негативное отношение к американской политике. Знаете, Калифорния, она много чем знаменита, всякими Голливудами, силиконовыми долинами. Но кроме всего прочего, самый многочисленный американский штат знаменит еще и своей природой. Да. В общем, благодаря калифорнийской природе, там, видать, растет забористая травка, которая своим воздействием порождает совершенно аналогов-нетные идеи. Но не всякая аналогов-нетная идея воплощается в металле. Но здесь она именно так. Вот сначала заострю ваше внимание на передних сиденьях. Вот посмотрите. Их тут почему-то вместо двух три. Что, в принципе, делает его довольно странным. Надо было еще просто ретро-диван сюда поставить, один сплошной. Вот были бы приколы без ТО. А вот рабочее место водителя. Обратите внимание. Старый тесляцкий прикол, сделанный на трешке, а потом на вайке. Почему-то здесь нет ни одного экранчика, здесь нет ничего, здесь пустота. Но вот здесь, как обычно, стоит этот огромный экран, никак не обращенный в сторону водителя, который никак не крутится. И смотреть на него, любому водителю, далеко не всегда удобно. Боковые стекла. Чего-то я не вижу, чтобы они вообще хоть куда-то открывались. Да, они бронированные, это круто, но почему-то он с правым рулем. Вы представляете, в условиях калифорнийской жары, если у вас кондёр не работает или заряда для него не хватает. И тут вдруг, нате вам. А окна не открываются. Ну вот, вроде бы, кажись, открываются окна. И то хорошо. Так что, в принципе, это еще нормалек. Дабы не лезть к конкурентам, я просто сравню вам вот это. Это приборная панель Tesla S. Вот смотрите, вот вам спидометр здесь, вот тут дисплей такой. Все основные водительские приборы здесь. А здесь уже на этом огромном мониторе находятся какие-то дополнительные приборы и тому подобное.
Всяко гораздо удобнее, чем на кибертраке. Но почему-то на кибертраке такого не предусмотрено. Ну что же это такое? Одним словом, заслуженное седьмое место в нашем топе. Переходим к шестому. Казалось бы, не очень типичный участник данного топа – Citroёn C5. Что же в нем такого аналогов нетного? А то, что не всегда обладает даже автоматической коробкой передач, он обладает гидропневматической подвеской. Вот взгляните на эту схему этой очень сложной подвески. Да, конечно, пневма может регулировать просвет, но зачем делать гидропневму на легковой машине? Это не совсем понятно. Знаете, вот здесь, например, гидропневматическая подвеска – это штука идеальная. Да, потому что это низкорамный трал-фейманвилл X-модуль, который возит даже не десятки, а сотни тонн. Да, здесь действительно она подходит. Вот зачем ее делать на легковушке, я просто не знаю. По существу ничего, кроме себестоимости, а также более высокой стоимости эксплуатации, она не добавляет. По сравнению даже с обычной пневмой. Поэтому не совсем понятно вообще, для чего она, а ремонт при этом очень дорогой. Даже в родной Франции, не говоря уже о России. В общем, заслуженное шестое место. Типичных аналогов нет легкового мира. Ну что ж, мы закончили первую часть этого рейтинга. Продолжение во второй части. Но все равно подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Не стесняйтесь ставить лайки, жмите на колокольчик. Да, и должен вам еще вот что сообщить. Этот рейтинг адресован вовсе не к водителям, которым мы всегда благодарны за то, что они нас возят в процессе автостопа. Адресован он конструкторам и производителям. Потому что как можно до такого додуматься, лично я не имею понятия. Спасибо всем за просмотры. До новых встреч. Ждите второй части.